В народе говорят увидеть Париж и умереть. Ну, умирать мы еще не собираемся, но увидеть частичку Франции или даже послушать нам все же удалось. В Шымкенте прошел вечер французской музыки, на которой пытались спеть на прекрасном языке и о прекрасном. Главным событием вечера стало выступление французской группы «Эбсолют», которые покорили зрителей своей энергией и исполнением. Парни, французы пели и играли вживую. Нам здесь очень понравилось, публика веселая. Я надеюсь, что наше выступление понравилось, и мы не раз еще сюда приедем. В нашем городе французский центр живет на общественных началах. Несмотря на это, есть свои достижения. В центре можно научиться языку и узнать много интересного о Франции.
для сына.